Если есть вопросы какие-то по существу или вы хотите услышать что-то общее, какую-то долгую вступительную речь, то говорите, что именно вам интересно. Владислав, известный радиоведущий, и уже много лет ведет фестиваль «Беломорбуги». Ну, а меня вы, наверное, знаете, как зовут. Вот. Но, честно скажу, я сейчас, именно сегодня, в данный момент, просто в таком, скажем так, злом состоянии. И сразу хочется выпалить, что, ну, уже в следующем году нет никакого желания заниматься отечественными командами, русскими группами. Просто, когда люди высылают подтверждение, а в последний момент начинают один за другим отказываться и ломают программу, просто программу фестиваля ломают на корню, и приходится в считанные дни все делать заново, выстраивать, продумывать. И, ну, это просто полное безобразие. Вот. И у западных групп такого не бывает. Если люди подтвердили свое участие на любых условиях, значит, они приезжают. И только что-то уж экстра может эти планы поменять. Вот. Но вы уже догадались, что ряд коллективов, которые обещали быть и поставлены были в программу, не приедут, вместо них поставлены другие. Но вот как-то это не добавляет энтузиазма для того, чтобы продолжать заниматься тем, о чем мы прямо с первого фестиваля «Беломорбуги» заявляли, то есть поддержка провинциальной сцены, потому что происходят достаточно смешные вещи. Люди, живущие в Хабаровске, например, посылают заявку на участие в фестивале в Архангельске. Конечно, ты понимаешь, что это очень далеко, но люди, которые высылают такие заявки, оказывается, в конечном итоге плохо знают географию. Ясно дело, что такие билеты мы не в состоянии оплатить. Ни один фестиваль этим заниматься не будет. Потом они обращаются к карте и говорят: ах, да, действительно далеко. Нет, понятно, их спортивный интерес засветиться, может быть, где-то в списках подавших заявки и так далее. Но все-таки, ну, мы взрослые люди и занимаемся вроде как серьезным делом, потому что музыка, я надеюсь, тоже для большинства серьезное дело. Но так, не отдавая отчет, ну, понятно, что и мы-то же не такие, не должны быть такими дураками, чтобы, приняв заявку из Алматы, например, свято и тупо верить, что эти люди обязательно приедут. Конечно, конечно, нет, но, например, если я работаю с группой Blind Vandal, я не пишу сумасшедших заявок на американский фестиваль, если я не знаю, что у меня есть деньги на дорогу. То есть надо себе отчет отдавать в том, что вы делаете. Потом оптимизм некоторых, в скобках, детский лепет, тоже не перестает удивлять. Почему-то все, даже те, кто толком еще играть не научились, считают, что организаторы им должны оплатить проезд. Хотя мы традиционно гарантируем гостиницу, питание, все очень качественное, плюс прессу и нескольких организаторов в зале, заинтересованных. Кому-то даже с дорогой помогаем. Вот прошлый был юбилейный фестиваль. Всем оплатили дорогу туда-обратно. Но это был юбилейный фестиваль, и там были группы просто зернышко к зернышку. Выдающиеся группы, можно даже так сказать. Из тех провинциалов, кто удержались и на протяжении многих лет доказывали и доказывают по сей день, что они состоятельные, состоявшиеся музыканты. Вот. Ну, вот это вот то, что накопилось, и как-то вот одно к другому такой соус вот именно к этому фестивалю. И, но как-то это вот позитив это не добавляет.
Ну, а публика у нас тоже сейчас и избирательна, и критически настроена, и они внимательно смотрят список участников. Конечно, чего-то им не достает, и разнообразие – это уже для них не только география. Нужны какие-то имена, наверное, но имен, по большому счету, на Буге, ну, не то чтобы никогда не было, но акцент на них никогда не делался. Я думаю, что и делаться не будет, но вот, забегая вперед, скажу, что на фестиваль 2015 года я вот сел и сгоряча просто уже написал список. И там будет 60% иностранных групп. Уже все. Будет там Норвегия, Финляндия, Швеция, Израиль, США. Эти люди приедут гарантированно. И они сделают такой фестиваль, они сделают при нашей помощи, что это будет на самом деле достойно того, чтобы этим заниматься. А не тем, что песочные замки строить, строить, потом раз, волна, и все. И все ты начинаешь лепить заново. То есть, видимо, надо было повзрослеть и помудреть за эти 20 лет, да, чтобы наконец понять, что хватит уже заниматься самодеятельностью. Если люди не готовы развиваться, учиться, образовываться или как-то терпеть, например, там, дожидаясь удачи, либо мешка с деньгами, то ну, мы максимально возможно для всех, кто принимал когда-то участие в Буге, и делали, и делаем. Если ты однажды появился на орбите фестиваля, регулярно потом можешь появляться и в Колесе, и получать рекомендации на другие фестивали, в другие города. Это как ну, некий, ну, может быть, громко прозвучит, некий знак качества. Вот. И, в общем, с этим согласны и организаторы из других городов. Впрочем, группы, которые выступали у нас, они, конечно, и по стране также ездят и выступают. И, собственно, нельзя сказать, что у нас сложилась какая-то прямо такая четкая концертная орбита, что вот в ней, там, допустим, 10 городов и удачно все получается. Нет, но так или иначе, группы, которые у нас играли, могут рассчитывать на поддержку и в дальнейшем. Я, может быть, опережаю ваши вопросы, вам интереснее что-то спросить самим, что не прозвучало. Александр Васильевич, если конкретно, какие группы вы были, с каких городов? А вот пиарить группы, которые выбыли, нет никакого смысла. Хорошие группы и неординарные группы, но как-то не очень верится в некоторые оправдания, потому что когда, ладно, одна группа, две, а когда несколько, и у всех там жена там на сносях, ребенок там пошел в школу, еще, но вы когда планировали, подавали заявки, ну, в состоянии, наверное, как-то вот выстроить ближайшие планы, но вот это вот такая цепная реакция, конечно. Но сразу подчеркну, что если прошлый фестиваль был юбилейный, и там было из Архангельска буквально несколько имен, но это были монстры, всем известные, то в этот раз принципиально поставлены группы из новой волны, поднимающейся, или второго эшелона, который уверенно занимает, скажем так, ну, какие-то ключевые позиции на нашей сцене, по крайней мере, вот здесь, в Колесе. Вот. И поэтому, я думаю, что не удивляться этому надо, а надо только радоваться, что на Буге приглашено такое количество местных команд, потому что выставлять вторсырье и при этом приглашать журналистов из Москвы и Петербурга было бы, ну, по крайней мере, глупо или прометчиво, потому что ничего, кроме жесткой критики, мы бы не получили. Несмотря на то, что мы приглашаем, да, и, казалось бы, мы, ясное дело, финансируем этих журналистов, но это не значит, что мы их покупаем на корню, и они напишут именно то, что нам нужно. А нужно-то и нам, и музыкантам, чтобы написали честно, кому-то подсказали, что надо делать. Ну, по крайней мере,
компетентное мнение независимых наблюдателей, журналистов очень важно, мне кажется, для любого коллектива. Вот поэтому много лет журналисты приглашаются, и бывает так, что некоторые музыканты с ними ссорятся, и потом они не здороваются друг с другом, но вот это происходит уже, не знаю, больше, практически на втором фестивале «Беломорбуги» уже были приглашены журналисты, и вот с тех пор, когда больше, когда меньше, на прошлый юбилейный приглашалось больше журналистов, сейчас будет «Звуки.ру», Соня Соколова, «Наш неформат» Екатерина Борисова, «Инрок» Владимир Миловидов, будет продюсер фестиваля «Рок-лайн» в Перми Елена Новоселова, будет организатор фестиваля «Рыбка» в Сегеже, Карелия, Александр Дорофей. Вот этот, кого вспомнил. Вот. Ответ получился настолько развернутым, что и остальные вопросы отпали сами собой. Да нет, появились новые вопросы, связанные как раз с вашим высказыванием первым. А вот, учитывая, что, допустим, прошлый фестиваль был 20-й юбилейный, и в некотором смысле подвел черту в культуре музыкальной отечественной, такая ситуация вот с неуверенным, несерьезным поведением групп музыкантов не может отражать ситуацию в отечественной музыке, что такое поколение пришло к творчеству, что они, сказав «А», забывают про «Б». Разумеется, это все связано. Были предложения, подписывайте договор. Не далее, как этим летом, я слышал от другого организатора фестиваля, тоже очень критичное мнение, примерно о таком же поведении музыкантов, когда люди не знают географии, заявляют одно количество участников, приезжают в гораздо большим числом вдруг. И еще что-то, что очень сильно напрягает организаторов. Разумеется, так оно и есть, и не на пустом месте все это возникает, и обвинять кого-то там, музыкантов, в неправоте, либо организаторов в непрофессионализме, что зачем вы занимаетесь такими группами. Конечно, нет ничего более простого, чем взять вот обойму групп коммерческого уже толка из Москвы и Петербурга, сделать 2 дня такого вот фестиваля, скажем так, типа нашествия. Вот те же самые имена, которые и в радиоэфире, и в телевизионном эфире, да, и пишут про них. Это нет ничего проще. Гораздо интереснее, мне кажется, и сложнее вот что-то откопать. Но вот когда начинаешь копать и зарываешься, и получается так, что ты людей вот пытаешься тянуть откуда-то из болота, вытащить их из глубинки, да, а они вот, собственно, и это-то оценить не могут, не в состоянии. То есть, когда спрашивается, зачем вы играете, что вы дальше, какие у вас вообще механизмы продвижения своего продукта музыкального, если вы не воспользуетесь вот этим шансом. Сетовать, уровень жизни такой, у людей нет денег на билеты, да, тогда не подавайте заявку. Просто копите деньги целенаправленно, да, откладывайте на поездку. То же самое касается и архангельских групп, которые выступают в «Колесе» регулярно и получают, поверьте, если за год сложить концерты и гонорар, на эти деньги можно съездить на фестиваль. Достаточно далеко и там жить. Надо как-то тогда приоритеты расставить. Нет, все деньги мы на запись, хорошо. Нет, все деньги на поездку на фестиваль, потому что нас там увидят, мы прозвучим, про нас напишут. То есть надо определяться. А когда люди деньги зарабатывают вот этим делом, раз по-быстрому, там, понятно, что всем хочется и пиво выпить, там, и девушке цветы купить, но давайте тогда. А когда предлагаешь людям ехать на большой фестиваль, там, в центре страны, open air, там, с известными группами, и говорят, да нет, наверное, мы не поедем, у нас денег нет. А, надо самим, что ли, билеты покупать? Что за чушь? Мы возвращаемся к началу разговора.
Вот, поэтому, конечно, это и это перестало быть таинством каким-то, наверное. Все легко. Инструменты доступны, студии, клубы и фестивали, если уж уговаривают. А вот сейчас в Москве встречался на выставке, люди из Пензы делают фестиваль. Ну, я им пластинку Blind Vandal и сразу, какие там условия у вас? А какие условия? Мы предоставляем сцену. Гордо мне отвечают. Я говорю, а мы предоставляем питание, гостиницу, прессу, гарантированную прессу. Плюс кому-то можем помочь с дорогой, но для этого эта группа должна быть вообще. Ну, человек сразу замолчал, но у каждого свои формулы, свои возможности, да. И, ну, в принципе, вот то, что нам удалось по западным фестивалям проехаться, не самым топовым, но никто ведь никому ничего там не обещает. Приезжай, выступай, ну, помогут, поселят, пиво поставят, да, но так, чтобы кого-то финансировать там. Финансируют там Motorhead, AC/DC, да, вот там, конечно, платят по полной схеме, отдельными самолетами. А остальные, пожалуйста. Сейчас Blind Vandal участвовали в одном фестивале со статус-кво. Разумеется, на разных условиях, правильно? Вот люди должны отдавать себе отчет, все грамотные. Уже кучу фильмов показали по центральным каналам про шоу-бизнес американский. Как все происходит. Популярных фильмов, художественных, где просто любой 11-летний подросток поймет, как вообще все это работает. То ли они все время на репетиции, музыканты, что не понимают, что... Ну, не будем, конечно, обвинять. Расскажите, пожалуйста, про хедлайнеров из Швеции. Вот я так поняла, что там гитарист Вальтер Боб, который в прошлом году открыли. Очень хорошо для российской сцены охранительства. Ну, как сначала подчеркну, что у нас нет хедлайнеров. Это хедлайнером может быть AC/DC или Motorhead, ну, упомянутый выше, да. Специальные гости скорее, потому что это группы, ну, если вот Гринвер, бывшая пермская, ныне питерская группа, достаточно известна и широко известна, и участники западных фестивалей. Вот даже они у нас в статусе специальных гостей. Вот. А что касается Black Tape, это из северного, самого северного шведского города Кируна, город-побратим. И опять же, возвращаясь почти к той же теме, о которой мы начали говорить, вот нет ничего проще на Западе найти хорошую группу. Их там битком просто. Вот куда ни плюнь, вот любую группу бери, это будет уровень хороший. Может быть, не самый оригинальный, но все это будет крепко сколочено, это будет деловой подход. И поэтому нельзя сказать, что мы прямо вот эту группу выбрали, потому что там собрали там 200 заявок из Швеции, и вот... Нет, просто предложили, послушали, посмотрели. Да, здорово, и я думаю, что понравится публике. И это будет подтверждено и на фестивале, и вот на этой сцене, уже потом с сольным концертом. Вот. Ну и это часть наших дружеских связей с городом-побратимом Кируной. Я думаю, что и дальше будет развиваться это масштабно, потому что там хоть и тундра кругом, но хватает коллективов тоже. И, в общем, кроме этой группы еще было две команды, ну, вот из числа претендентов. Но одна слишком была похожа на Уолтер Боб, которые были в прошлом году, поэтому вести похожие, ну, не хотелось сразу. Вот, а здесь, ну, скажем так, не самая самобытная, но и интересная группа, и сделано все качественно. И, ну, а самобытности там тоже хватает, только она нашему слушателю вряд ли будет нужна, потому что там есть группы, которые поют что в Финляндии, что в Северной Швеции на саамском языке и используют национальные мотивы. Конечно, это здорово, и, может быть, это было бы интересно как раз вот для фестиваля Тайбола. Это их. А наш
удел, это, ну, скажем, рок-музыка, популярная музыка где-то, да, или фолк-рок. Вот. Как ни странно, там при такой плотности населения, один человек там на 10 квадратных километров, есть люди, которые занимаются музыкой и народной, и современной, и классической. Ну, потому что государство поддерживает всячески и культивирует это. У нас поддерживается академическая музыка, джаз. Все остальные сами себя поддерживают, чтобы не помереть. Вот. И уже можно сказать про фестиваль следующего года. Как раз акцент будет сделан уже, по сути дела, отписаны письма. Я думаю, что нам удастся собрать группы из нескольких городов-побратимов Архангельска. Вот, то есть это будет Кируна, Оулу, Трамсё, может быть. Ну, соответственно, и Эмден, Германия. Но это не сама цель, потому что кроме городов-побратимов и вот этих стран есть еще группы, готовые приехать. Ну, на определенных, на разных условиях. Я думаю, что настал момент, когда должен выбрать вместо 6 групп из Иваново одну группу привезти из Германии. И все тебе скажут большое спасибо. И немецкие друзья, и слушатели. Чем пытаться изменить что-то в другом городе нашими скромными возможностями. Ну, Иваново это к примеру. Вы можете это не обязательно цитировать, а то обидятся люди. Просто как раз вот из Иваново было 6 или 7 заявок, разные группы, но вот если бы я выбирал, если бы столько предложений было, сколько у нас вот есть коллективов в Архангельске, да, сколько мы другим организаторам предлагаем, вот выбирайте. И уже многие согласны, что Архангельск – это почти Лос-Анджелес для России. Так много коллективов. Но это включая и группы Северодвинска, разумеется. Это, ну, наверное, потому что мы все вместе культивируем этот жанр здесь. Ну и музыканты понимают, что… Но они в этой каше варятся. Есть клуб, есть фестиваль, есть другие организаторы, там, студии и все остальное. Все это на глазах, и есть смысл, видимо, заниматься. Только надо еще, конечно, стараться куда-то ездить. Вот это я про наши группы говорю. Соответственно, и группам из других городов тоже надо выбираться, и иначе все это непонятно для чего тогда. Ну, запасные группы были, но в конечном итоге показалось, что правильным будет добавить время на выступление местным командам, чем тащить уже откровенно, ну, скажем так, вторичные коллективы. Если наши группы ничуть не уступают вот этим приезжим, да, зачем ломать копья вот с неполноценными проектами? В итоге коллективов сколько выступит? 18. По 9 номеров в программе каждого дня. Вот буквально вчера отпал самый юный участник, и на которого, в общем, положили глаз многие меломаны, то есть хотели посмотреть, как 12-летний парень играет на гитаре. Вот. Ну вот вчера папа написал его на сайте ВКонтакте. Он, конечно, написал там по семейным обстоятельствам. Вот. А на самом... Ну я-то подумал, что он напишет правду. Но он так краткую формулировку. Я просто должен сказать, что... И я попросил его это сделать, потому что когда организатор оправдывается, это, ну, понятно. А когда
Вот. Но он вот написал так. На самом деле, Володя Черноклинов, потрясающий маленький гитарист, 12-летний, он прошел финальную часть вот этого всероссийского телевизионного этого конкурса «Голос». И вот дни репетиций и съемок 4-5 октября совпали просто с нашим фестивалем. Разумеется, то, что он получит от этого телевизионного проекта, и то, что он мог получить от «Беломорбуги», это две большие разницы, правильно? Тут покажут на всю страну. Но, с другой стороны, ну, трудно упрекать, конечно. Они выбирают, что для них наиболее существенно. Вот. Но, с другой стороны, если мы договорились, ясно, что мы контрактов не подписывали, да, но надо было как-то тоже это учесть или раньше отказаться. А вот когда вот вчера ставят тебя перед фактом, конечно, начинаешь метаться, то есть ты хочешь, чтобы программа оставалась полноценной. И если выпадает из программы какая-то существенная изюминка, не просто там крепкая группа, там архангельская, например, не смогла, ну будет другая, да. А вот, то есть также программа выстраивалась с учетом этого парня. Ну вот, вчера было предложено Вологду и Ярославль. Ну, конечно, времени мало, люди все работают, и за один вечер принять решение, что да, мы едем. То есть такие группы есть, но вот как раз не нужны такие группы, которые вот могут бросить все, приехать, но удовольствия-то не будет от того, что просто поставить галочку: о, теперь еще вот из Норильска приехали, здорово. А что играет, как играет, это не важно, такого не должно быть. Поэтому вот там трем достаточно достойным кандидатам было предложено из Вологды и Ярославля, но люди не смогли, и поэтому я думаю, что мы просто добавим всем, кто остался в программе. Но осадок, конечно, остается такой неудовлетворенности. И ну как свадьба, да и нет свадебного торта. Ну так громко сказано, но где-то так, то есть без десерта. В общем, все мы остались без десерта. Нет, десерт будет здесь, сольный концерт шведской группы. Остальное мы наверстаем за последующие 2 месяца. В колесе будут группы из Германии, Финляндии, Канады, Италии и Франции. Это вот все за 2 месяца, ноября и декабря. Просто так получилось, что столько заявок. Но, к сожалению, никто из них не может приехать раньше на фестиваль. А там есть очень достойные музыканты, и просто, ну, казалось, что что-то получится. Получилось так, что у всех планы как раз на более поздние даты. Ну вот я думаю, что в следующем году мы, как принято говорить, жахнем так, что все поедут сюда со всей страны. Жить. Слушать малоизвестные западные группы. Будем их раскручивать, помогать им, раз не всем нашим это нужно. Вопрос на Славу. Музыкальный составляющий фестиваля есть развлекательный? Что в этом? С моей стороны, все как всегда. Я уже сегодня считал, никак не мог насчитать правильно. 7 лет уже, наверное, веду фестиваль. 7-й раз. Ну и 7 лет, соответственно. С моей стороны всегда безудержное веселье. Насчет каких-то особенных фишек, ну, каких-то попсовых там супер-мега-конкурсов развлекательных, это я тоже дико не люблю. Все должно быть рок-н-ролльно, в первую очередь. Все рок-н-ролльно лично для меня и от меня всегда так. Ну, какие-нибудь там... Обычно сейчас очень модно стало на всех фестивалях проводить, кроме того, что есть ведущие, есть группы, да, очень модно стало делать какие-то там шоу, в основном незамысловатые довольно-таки. Да. Здесь тоже такого не будет. Мы сделаем всегда здесь упор на музыку. Чем больше времени даем музыке, тем лучше.
Ну, я поболтаю, как всегда. Расскажу вам просто о группах. И думаю, как всегда, будут фирменные подарки, да, от фестиваля, фирменная продукция. Так что многим она достанется, может быть, даже и за просто так, за то, что они придут посмотреть на то, что мы сюда привозим, и то, что готовы показать. Ну, скучно не будет, это точно, не бывает скучно. Скучно можете сходить в филармонию, например, там бывает скучно. Вот, ну, буду танцевать хорошо, петь не буду. В этот раз не получилось. Александр Васильевич, а кого могли бы выделить из групп архангельских и северодвинских? Я называю второй день фестиваля очень сильный, там хорошие команды выступают. Кого бы выделить? Да, вот как раз про это. Когда программа была составлена и все архангельские команды были расставлены на определенные полочки, разложены, я сразу следом написал такое общее письмо, адресованное архангельским музыкантам, северодвинским. И почти дословно, значит, в нем говорилось следующее, что «Ребята, вы все расставлены в программе по соображениям исключительно концептуальным, а не от вашего рейтинга. Поэтому, чтобы не было никаких гонок от того, что вот нас недооценили, поставили вдруг первыми, а вот их там». Все делалось исключительно из соображений программных. То есть, чтобы лучше впитывалось, воспринималось. Вот, поэтому, раз в официальном письме, в неофициальном это, ну, никто не подчеркивался, то я, наверное, сейчас не буду никого выделять особо, потому что здесь практически все на равных, а жанровое разнообразие этих коллективов тем более не позволяет их прямо вот так вот сравнивать. Есть, конечно, более энергичный, кто-то тяжелее, кто-то там веселее, но это разные весовые категории, поэтому я думаю, что здесь все, в общем, равны. И я думаю, что выделить кого-то мы сможем как раз после фестиваля, когда увидим, насколько они смогли там достучаться до публики, там, до журналистов, да. Понятно, что если неизвестный композитор выступает первыми, да, а траулер там выступает во второй половине второго дня тяжелого, да, конечно, восприниматься будет по-разному, и публики будет разное количество. Но поставлены они именно так, чтобы, ну, логика была. Второй будет потяжелее, да. Ну, тут все равно все по нарастающей. Второй день тот же самый, да, Middle Class Busters. Открывает и весело, и более-менее легко. Потому что это панк, это никакой не металл. И далее фанк, блюз, порнографити и так далее. И закончится все это уже тяжело. Это уже для тех, кто по-настоящему любит музыку и по-настоящему любит Беломорбуги, это точно. И носит с собой, может быть, таблетки от головы, я не знаю. Если слишком слабый для этого. Напитки от головы. Да-да. Главное, опилки в голове не носить, потому что с опилками в голове можно на Беломорбуги не приходить, можно ходить на какие-нибудь фестивали с королями и шутами. Со всеми остальными. Ну, как правило, группы привозят свою продукцию с собой. И те, кто не в курсе, пластинки, футболки, все это будет также представлено, и фестивальная продукция будет сувенирная. Хоть она и покупается неважно, в отличие, скажем, от других фестивалей и заграничных, но, тем не менее, мы каждый раз делаем, надо соответствовать хоть какому-то уровню. Надеюсь, успеем сделать газетку, то есть там будет программа, там будет краткая информация об участниках. Я думаю, что в свет она выйдет уже в четверг. Как ни странно, на юбилейный фестиваль не хватило времени на нее, но вот сейчас решили вернуться. Это вообще на сегодняшний день достаточно редкое явление, чтобы какие-то фестивали занимались газетами.
потому что все опираются исключительно на интернет-рекламу, в лучшем случае флаеры или... Вот. Ну вот, как-то печатное слово для нас тоже имеет значение, потому что и в голове лучше откладывается у публики. Не чувствуете ли вы конкуренции со стороны других фестивалей подобного рода в стране? Я имею в виду ситуацию, опять же, с группами, что группы также со своей точки зрения, с музыкантской, строят планы, выбирают, на какой фестиваль стоит ехать, на какой фестиваль интереснее, неинтереснее. То есть, допустим, если у группы есть финансовые возможности съездить за полгода на один фестиваль, не думают ли они, стоит ехать на Белоноргу или куда-то еще? Вот, как бы с вашей точки зрения организатора сталкиваетесь ли вы с подобными ответами от группы, что мы к вам, не знаю, поедем, нет? Нет, вот такой ярко выраженной конкуренции от фестивалей других городов нет. Даже более того, мы работаем уже много лет, сотрудничаем с фестивалем Rockline, Пермь, Рыбка, Всегежи. И я бываю на этих фестивалях, какие-то группы присматриваю, приглашаю потом сюда. Их представители, организаторы этих фестивалей здесь кого-то находят, приглашают к себе. Это скорее даже упрощает поиск. Если я вот в этом году не получилось, а в прошлом, позапрошлом был на Rockline, и там иной раз приглашаешь по 3-4-5 групп, потому что вот они так же, как отобраны из огромного количества заявок. И то есть ты получаешь уже то, что называется greatest hits, и уже из лучшего ты выбираешь еще более лучшее или соответствующее твоей программе, допустим, в этом году. Это упрощает намного поиск. И более того, одно дело копаться там ВКонтакте, в интернете, кого-то отыскивать. Другое дело, когда ты живьем видишь группу на другой фестивальной сцене, и ты уже понимаешь, видишь ее применительно к сцене фестиваля Беломорбуги, это, конечно, легче. А конкуренция, ну, конкуренция есть, и она налицо, и она вот здесь. На местном уровне. Да, просто если еще в прошлом году организаторам, местным промоутерам по-дружески просто было сказано, что, джентльмены, 4-5 октября, через год, будет фестиваль Беломорбуги. Давайте, пожалуйста, не будем друг другу, в конечном итоге теряют деньги все, и они... И мы, то есть публика, уровень жизни не таков, чтобы каждую неделю ходить и тратить приличную сумму, вот, да? Но нет, они вот, да-да-да. И потом они, как ужаленные, выскакивают вдруг до месяца до Беломорбуги и объявляют себя фестивалем и проводят. И, конечно, публика уходит туда, потому что, во-первых, ну, ладно, сравнивать не будем там... Совсем другая политика фестиваля, ну, скажем так, коммерческий фестиваль с известными музыкантами, и, конечно, они, по сути дела, ну, переходят дорогу, потому что наш фестиваль, он не коммерческий, и он как раз призван показать то, что кроме известных групп есть небезынтересные, малоизвестные группы, и хочется привлечь внимание и подчеркнуть, почему так делают. И на такое поведение, естественно, будет ответная реакция. Санкции, как это принято сейчас, модное слово такое, актуальное. Вы, кстати, считаете фестиваль Беломорбуги частью современной строящейся российской системы шоу-бизнеса? То есть применимы ли тактики и методы шоу-бизнеса для рок-фестивалей, подобные Беломорбуга? Или это какая-то отдельная, совсем концептуальная, драматическая сфера искусства? Ну, хотелось бы верить в нашу исключительность и в свой собственный путь, да, но было бы глупо не учитывать вот то, что происходит вокруг, и потому что эта схема, она упрощает работу с фестивалем. Допустим, если шоу-бизнес там везет в эти дни какую-то группу откуда-то и предлагает ее, как вот по западным фестивалям летом катается, ну, можно сказать, одна и та же колода групп, они окучивают там всю Европу, благо там Европа невелика, да, и можно хоть каждый день там, вот. То есть
Я думаю, что это неизбежно когда-нибудь произойдет, и ну, вот это слияние. Но только тогда, когда рынок вот этот вот отечественного шоу-биза будет наполнен гораздо большим количеством имен и разнообразием стилистическим. Не вот этой вот колодой нашего радио и нашествия. Вот в понятии российских шоу-бизнесменов это вот именно вот это шоу-бизнес. Все, сколько там можно команд насчитать? 30, 50 и все, а должно быть 500. И вот в этой вот, причем группы должны быть там откуда угодно, там Челябинск, Архангельск. Ну, то есть какие-то единицы, да, им удается на этой орбите вращаться, там VSXT, например, да, что-то происходит, их приглашают в Петербург, да. Но это должна быть не одна группа, и не только там Ягода Гало, там Blind Vandal и Mon 4 Way, да, это те, кто у нас ездят. Ну, Трупный Яд еще можно добавить, но все. А у нас еще как минимум десяток команд, которые должны также быть на этой орбите, и организаторы, вот, допустим, как вот я сейчас, да, должен, спокойно слетела одна, никаких проблем. Он заходит в эту базу и берет команду, которая ничуть не уступает, и где-то такого же места по рейтингу, и он берет, и все, и ничего не... Вот, но, к сожалению, вот не так велик выбор вот из этого добра. А все остальное вот надо копать, надо вытаскивать и ставить на орбиту вот эти вот группы, помогать им, чтобы они находили и Rockline, и другие фестивали. А там уж дальше у кого как получится, потому что менеджеров, там, продюсеров, как известно, на все группы не хватает, катастрофически причем, да, а занимаются сами музыканты. Это, в общем, показатель, когда сами музыканты занимаются, соответственно, группа не может свободно ни творить, ни более-менее свободно заниматься поездками. Вот. То есть путь у нас, конечно, свой, но вот в ближайшем обозримом. Но то, что так или иначе происходят все чаще предложения, это от того, что они там сами, ну, я так думаю, зашли в тупик. Они не знают уже, куда предлагать. Потому что они знают, что предложить можно куда. На нашествие, на аналоги нашествия, там, старый новый рок в Екатеринбурге, там, рок над Волгой, Саратов, да, собственно, и все, да. Даже Rockline и то, они не на этой орбите. Хоть там бывают группы, как там Ляпис Трубецкой, но это единичные случаи. Остальное все группы малоизвестные. Вот поэтому мы с этим фестивалем сотрудничаем, потому что мыслим, скажем так, одинаково и относимся одинаково к тому, что называется поддержка. Можно еще один последний, да, вопрос, который напрашивается логически? Тактика приглашения европейских команд в основном со следующего года, например, считаете ли вы, что она может помочь как-то почувствовать более высокую конкуренцию местных музыкантов? То есть они уже будут, должны конкурировать за участие в Беломорбу, да, не просто с теми, кто играет здесь, и даже в Москве, и в Петербурге, с командами из Европы. Да-да-да, именно так, потому что и вот... заставит ли их это более серьезно относиться к своим обязательствам? Ну, хочется надеяться, что половина скажет: все, пойду напишу ВКонтакте, что продаю гитару, да. Оставшиеся побегут репетировать, скажут: я рассчитываюсь с работы, бросаю институт, запираюсь и буду репетировать, да. Конечно, и участие, вот что и делается последние годы, нами, то есть привлекаются какие-то зарубежные коллективы, которые являются неким мерилом, и мне кажется, это гораздо важнее, чем просто прийти и посмотреть этот концерт в клубе, да? Когда твой коллектив участник этого же фестиваля, что и вот приезжий, там как бы на другом языке вы уже общаетесь. Ну и... Ну, сейчас я говорил, да, что там 60%. Ну, может быть, и больше, потому что этого добра там очень много, и по условиям тоже все решаемо, и я думаю, что для публики будет гораздо интереснее вдруг однажды прийти на Беломорбуге, а там и одни иностранные коллективы. Я бы так, наверное, просто прибежал бы вот с такими глазами,
посмотреть. При этом, возможно, что и известные коллективы будут на следующий год. Ну, я про западные говорю. Потому что они, как ни странно, как ни парадоксально, дешевле стоят, чем признанные кумиры молодежи там из эфира известных радиостанций и фестивалей, и же с ним. Значительно дешевле. Я вот рассказывал в прошлый раз, что в 2001 году там на афише есть Animal Jazz, выступал на Белом Арбуге. Потом я встречаю на выставке и предлагаю вот им принять участие в юбилейном фестивале в прошлый год. Меня отправляют к директору, разумеется. Там мы знакомы там 100 лет, но директор у них другой, да. Но выставляется такая цифра, что не надо. За эти деньги можно привести много чего интересного. И Animal Jazz отличная группа, но ее и так все видели 100 раз и многократно сюда привозилась. И если уж приглашается на юбилейный фестиваль, то скорее как почетный там участник, да, а не как... Понятно, что у них все расписано, но хочется-то еще и чего-то человеческого, да, а не только вот... Но это они по-другому уже к этому не могут относиться, и может быть правильно. Я даже задался... То есть появилась мысль такая... смешная, в бессмысленности происходящего. То есть делаешь там Беломорбуги, да, пытаешься какие-то команды отыскать, поднять их, раскрутить, чтобы потом, через несколько лет, эти люди сказали тебе, а мы вот. То есть сам себе создаешь, да, и потом же ты сам это еще и покупаешь. Понятно, что реализация группы, раскрытие, конечно, не может быть сделано одним фестивалем, правильно? Глупо было бы сказать, что вот если бы не Беломорбуги, то у Animal Jazz бы ничего не получилось. Конечно, глупость это, конечно, но хочется еще и, чтобы люди это как-то тоже не забывали, потому что не так много было фестивалей в те годы, куда они... Поэтому Запад нам поможет, я думаю, что... А не было вашей практики, приятно случайно, когда вы предлагали какое-нибудь место на английской и сергинской группе выступить на фестивале и получали ответ, что нет, спасибо, нам Беломорбуги не интересен фестиваль? А такое было, да. Я сейчас не назову группы, но... Влади Томатос? Нет. Были такие случаи, да. Но... Ничего в этом такого обидного не было совершенно, то есть, ну хорошо, если вы считаете, что у вас все получится и так, то разумеется. Да, но вот мы как раз пару-тройку дней это все обсуждали, и многие спрашивают, а как вот вы договариваетесь? Ну, про это же и спросили. Ну, я тут мог только возразить следующее, что как вы себе представляете, договор подписан, потом он нарушен, и что остается там бегать месяцами за этими людьми, пытаться судиться. То есть это, ну, такая каша, которая и последнюю энергию высосет, и времени оторвет кучу, ну и денег, разумеется, и
И это получится только, что мы сами прославим эту группу. То есть все же держится на скандалах, да, и, допустим, мы начнем судиться с какой-то командой, все скажут, вот, а действительно ведь интересная группа, да, и вот начнут ставки расти и так далее. Ну, это можно так в шутку, конечно, говорить, но, разумеется, если речь идет о каких-то серьезных западных музыкантах, которые выступали или выступают, там как раз все на таком уровне и происходит. То есть называется контракт на английском, предоплата гонорара. По крайней мере, вот то, что в «Колесе» выступали там Кристоф Годен, Дэйв Мартон, Маттиас Эклунд, швед, да, вот это вот гитаристы, выдающиеся виртуозы, и вот со всеми именно так и происходило. То есть высылается контракт типовой, там, на английском, все. Все остальные дела. Но это музыканты, которые отвечают. И вот они все, они уже все в график ставят, все билеты куплены, все забито, никаких недоразумений не может быть. А как договориться с группой, которая... Ее еще оправдают адвокаты. Скажут, ну как, вот там действительно он студент, не может уехать, а у этого там жена рожает, там еще. Вот тебе, собственно, и все. А на Западе такого нет. Если это случается, тут же находится сессионный музыкант, который заменяет. И группа, как ни в чем не бывало, приезжает. Потом смотрят, на сцене вроде одни, а на фотографии другие. Никаких проблем в этом нет. Поэтому, ну вот, к сожалению, разумеется, если это была бы группа Animal Jazz, может быть, так бы и произошло. Но для этого это должна быть абсолютно... Это я имел в виду еще, может быть, то, что этот документ, он влиял не как потенциальные последствия, да, что вы можете мне подать в суд, а именно какой-то плюс к простому вашему договору. То есть не хочу говорить слово страх, да, чтобы они испугались бы. Ну, серьезность намерений, ну, понятно, да. Просто показывать серьезность намерений. И просто так отказаться уже гораздо сложнее. То есть вот, находясь в другом городе, можно сказать, а мы там в контакте списались, но я могу просто не приехать, ничего мне за это не будет. Когда будет документ связывающий, может просто так. Вероятно, я понял, да, вероятно, если бы это происходило каждый год, наверное, да. Но вот как-то по стечению обстоятельств именно сейчас вот это, в этом году такое происходит. И заявок было ведь больше 200. И, кстати, о них тоже надо будет поговорить. Но вот, собственно, эти команды были отобраны, и вдруг вот как-то одно за другое. Но вот... Нет у нас в штате ни юрисконсульта, ни... Ну, не занимаемся мы вот такими делами, вещами, может быть, к сожалению или к счастью, или... Но это скорее исключение, а не правило, поэтому именно так все и происходит. Но вот по заявкам, по поводу количества и качества, то есть очень много было заявок группы, типовые, то есть если группы с поющей девушкой, то это обязательно что-то типа Чичерины. Это вот 5-15 коллективов. И география даже, хоть там Череповец, хоть Волгоград, там, хоть Норильск. Вот. С панк-роком то же самое. География никак не сказывается. Поэтому, то есть, вроде предложение велико, а выбора такого вот интересного не так много. Поэтому так получается, что вот из практически каждый год, что из огромного количества заявок в программе там 5, 7, 10 коллективов вот из заявок, а 10 все из других источников. По рекомендациям, потому что сам где-то видел что-то. Кто-то в последний момент, уже когда все сроки вышли. То есть вот эта вот непредсказуемость, она даже порой, ну вот как удача, да, срабатывает, и такие команды появляются и украшают фестиваль вдруг.
А так можно порадоваться, конечно, что уровень вырос, но самобытности, конечно, это уже другой разговор. Несмотря на то, что все, как всегда, очень грустно, все будет очень весело. Просто и банально. Потому что можем настроение, да, передавать и какими-то делиться грустными новостями, грустными впечатлениями от того, как случаются разговоры с группами, кто кого подвел, кто кого не подвел, здесь с вами. Но на фестивале этого настроения не будет. Не будет никакого плохого. Ну, может быть, только на группе Cosmic Hurricane будет грустно немножко. Потому что они грустную музыку играют. Вот. А так больше грустно не будет ни в коем случае, ребята. Так что приходите 4-5 октября в М33 на Беломорбуге 2014. 21, между прочим. Вот так вот. Там будет весело и хорошо. Приятно. А самое главное, что вообще Беломорбуге — это же уникальная возможность посмотреть то, что вы больше никогда и нигде без этого фестиваля не увидели бы. Согласитесь, что на все, как Александр Васильевич уже 25 раз сказал, а я скажу 26-й, 20 раз сказал, а я скажу 21-й, вот. На группы, которые мы слушаем по радио, смотрим по телевизору, можно посмотреть каждый раз, каждое лето. Можно съездить в Петербург, в Москву, посмотреть на них еще там 8 раз. Можно за ними ездить по всей России. Вот. А группы, которые здесь представлены, вы там не увидите. И не потому, что они плохие, а потому, что они хорошие. Потому что они хорошие, но настолько оригинальные, что для попсы не подходят, а нам отличнейшие. Вот так вот. Приходите все на Беломорбуге 2014. А еще лучше прибегайте. А еще лучше это октябрь, приезжайте. Спасибо.